переспала вчера с Владимиром. Да, и они сейчас все сидят ржут. Ржут? Да, на кухне. Сейчас Клаве скажем. Прикольно, что? А что не поржать? Что прикольно? Ты это должен был быть. Да я зажглось. Не зажглось? Нет. Алло. Ну, рассказывай. Это Клавдия? Ну, вот давай. Короче, значит, вчера для меня вообще неприятно было наблюдать, как твоя мама сидела сначала у Гранта на коленях. Он ее катал, обжимал. Ага. Ты видела это видео? Или не видела? Видела. А потом они заселились в избу, видела, пока тебя не было. Серьезно? Да, только не с Грантом, а с Володей. В коротких шортах, которые ходят. Ты что, серьезно? Ну что, я тебя обманывать буду, Клав? Я похож на того человека, который врет? Ну, ладно. Что делать будем? Как говорится, больше не встретимся. С кем? Почему уйду с проекта? Почему? У твоей мамы началась личная жизнь, а ты сразу пытаешься как-то ее испортить. Почему? Вот за эти видео с Грантом, как бы, вот они оба идут далеко и надолго. Не, ну это понятное дело, это неприятно. Но они, видимо, там вчера какой-то кураж поймали и весело им это. А, мне все равно. Все, ладно. Ну, вам с мамой нужно обсудить, поговорить. Может быть, все-таки не так все страшно, как на самом деле. Ну, не хочу обсуждать. А тебе больше взбесило то, что она отношения сейчас будет строить? Они вот парой будут себя объявлять. В общем, удачи. У вас новая участница, а другая ушла. Все. Блин, Тигр, вот что делать? Что она сказала? Уйти хочет? Уйти хочет, да, новая участница. Ой. Она, может, приревновала? Не что то, что приревновала. Клавы, что у Клавы не получается, а у мамки уже получилось с первого раза. А, в этом плане? Ну. Может быть, да. Ну, у нее, знаешь, вот это вот, как будто Клава прям идеальная. Что делать, если моя будущая жена не в восторге? Не в восторге от моей шутки? От твоей шутки, да. То, что с Владимиром она сама хотела, как бы, я не знаю почему, он ей понравился, она считает, что мы подходим друг к другу. Ну, да. Ну, чисто она говорит по уму, да, там, и по размышлениям. Ну, мы вчера много с ним общались, ну, да. Мне очень с ним интересно. Но это было то, что с Артемом, это шутка. С Грантом ей нужно донести, что это шутка была. Я не знаю, кого, может, она до сих пор ревнует Гранта. Почему такая, как бы, ну, она знает, что я могу так пошутить. Ну, я, да, немножко отличаюсь от других женщин, там, как-то это, с юмором, да, всем остальным. Mm-hmm. Она написала ему, что какой он конченый. Понятно. Заблокировала его везде. Он ей пытается объяснить. Как бы ребята тоже, ну там, я попросила даже Антона, чтобы, потому что она со мной, ну, тоже меня заблокировала. И я попросила Антона, чтобы он... В общем, это, поговорил с Клавой, ну, потому что это была правда шутка. Я понимаю, она глупая, странная, ужасная, и, ну, хотя мне было весело. Но я не знаю, там ничего такого ужасного нет.